общем-то, в этом танце я чуть ли отомстил. Помните, когда на петле она меня удушила? Ну, а здесь, ну, вроде как, а потом опс, и поволок туда в дымок. Все-таки, вот видите, мужчины, они коварные, злопамятные. У меня права забрали, но остался трактор. Ты как зэк катаешься, да? Мы взяли Армстронга. Эта песня называется «Summertime». «Summertime on the tractor». Агния, кстати, вот второй раз как минимум уже за проект опять будет садиться за прилавок. Ей эта роль просто на полу уже, на танцполе уже попробовала. В общем-то, получилось ей торгануть там. Но здесь у нее более такой товар обиходный будет, да, очень востребованный. Ну и вот на этом у нас весь сюжет завязывается, по большому счету. Нет, уж ты за мной должен идти теперь. Мне лично, например, всегда хотелось воплотить образ такой жесткий, строптивый. Ну, в общем-то, в принципе, того, кем я есть на самом деле. Потому что всегда, к сожалению, мне предлагают играть в кино таких нежных, каких заботливых, любящих, страдающих. Ой, ой, курица. Курица. Ой, курица пригорела. Леночка, помоги, пожалуйста. Лен, пойдем, помоги, пожалуйста. Ага. Подай прихватку. Сейчас мы находимся на звучании проекта под названием «Робинзон». Это фильм про подводную лодку «Курск». Я жена главного героя Игоря Петренко. Такая жена-декабристка, которая его ждет. Уезжает с ним вместе туда, в Мурманск. И ждет его с подводной лодки. Он, слава богу, возвращается, и все в порядке там. Ну, сейчас после «Льда и пламени», после проекта, ты, наверное, сможешь и радость сыграть. Ты вспомнишь все номера, как ты каталась, как ты воплощала образы, и потом... Ну вот, все приходит с опытом. Почисти, да, всю серединочку. Слушай, давай сделаем литовский лед, и тогда только мы сможем хорошо кататься.